чем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока. Перевозить его отказываются. Говорят, что сейчас они не могут это совершить, что он не транспортабельный. Хотя 2 часа назад еще ситуация развивалась так, что готовили документы на транспортировку.